Ну и так, объявляем торжественное завершение проекта. Значит, все рычаги новые. Ну как новые, ладно. Все бавошные рычаги, но в этом сталиблоке все перепрессованы, ничего не гнило, развальные болты новые, пыльники поменены, стойки спиратора длинные под лифт, комплект подвески риф по кругу стоит у нас. Рулевые наконечники новые. Перепанорейка, чтобы не ссалась, получается, сальники заменены. Новые оригинальные пыльники проводных валов. Новые опоры двигателя, там не видно ни хрена, но я думаю, вы поверите мне на слово. Опоры двигателя, опоры коробки вот стоит, тоже заменена. Поменены масла везде, получается, мосты, потому что менял в сборе. Масло в коробке с фильтром, масло в раздатке. Мосты сменили с 5.38 на 4.89, ввиду того, что задний сдох благополучно. Скончался, и поэтому приняли решение поставить, которые самые распространенные, как бы их можно достать, да и плюс они посвежее, они такие геморройные, будут ездить. Получается, чиповку сейчас у Костяна сделали еще. На машине отключены были оба датчика кислорода, соответственно, она работала без коррекции, жрала просто охрененное количество топлива. Тормозные диски дальше заменили, колодки тормозные, диски. Вот, подвеска работает просто охренительно, мне понравилось, как себе бы так сделать. К сожалению, времени только нету. Сейчас еще заменил задние колодки, потому что те мне не нравятся, как работают. Скрипучая телега. На машине, получается, осталось заменить, отремонтировать раму, получается, чтобы было в достойном виде. И, в принципе, что, все, наверное. Тут больше ничего такого глобального по вложениям на машине не намечается в ближайшее времени, конечно. Можешь салон немножко оживить. Купить подлокотники за 2500 перетянутые поставить. Руль тоже бы перетянуть, сделать, как бы. И что, кататься дальше, наверное, думаю. В остальном походит еще агрегат. Более-менее после чиповки вообще хорошо поехал. Классно.